Чей это остров Годрум? Что он означает? Киртана, означает Анга Киртана. Наш баджан это что? То есть много можно образами поклоняться, но 9 главных, да, совершения. Санкиртан. Почему? Потому что Санкиртана Калау Парамаупай в Кали-Югу Санкиртана является среди для того, чтобы оставить все, избавиться от всех привязанностей, самый лучший метод — это Санкиртан. То есть есть привязанность к мужу, к жене, к различным объектам чувств. Для наслаждения чувств привязанность. Понимаете? Понимаешь то, что я говорю? Тора, немножко. В общем, видите, двумя... То есть все вроде бы понимают хинди, слушают. В общем, сложно двумя языками говорить. Смотрите. Что я говорю? Что говорил? Вот это я говорю. Это Бхактивинода Тхакур говорит таким образом. То есть, что это значение этого баджана? То есть, да, одарив меня милостью, ты даровал мне место для баджана на Годруме. Это что означает Годрума? Годрум Дип. Что это значит? Киртанакхья, то есть с Анга Киртана. Навадха Бхакти, 9 Анг Бхакти есть? Мы слышали из Шастр. Мы слышали. Но Махапрабху и его преданные все говорят, что Санкиртана Калау Парамаупай. В Кали-Югу Санкиртана это высший метод. В Кали-Югу Санкиртана это высший метод. Для чего? Для того, чтобы избавиться от привязанностей. Привязанности к миру, мирским привязанностям. Какие это привязанности в миру? К нашему телу, наша жена, наша семья. Там, где есть привязанность, эти привязанности, они нас тянут вниз. И вот эта санкиртана нас поднимает, вытягивает. И санкиртана Двипа, это из островов Навадвипа это Годрума Двипа. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, Боро Крипа Кури, Годрума Ваном, Гауда Ваном Аджи, Годрума Дьячи Стану, ты мне даровал место на Годруме. Адеш, то есть дал мне наставление, приказал. Какое наставление дал? Знаешь, Киртан, понимаешь? Что? Что дальше? Что-то там недоволен. Для совершения Харинама ты дал, чтобы совершал там Харинам. То есть Гурудеву. От Гурудева мы получили прибежище у Гурудева, дикшу. То есть означает, что мы получили место в Годруме.
совершать санкиртану возможность. То есть, что, где это Годрум? Что означает Годрум? Го означает корова. Дру – друм – дерево. Врик. Врикша – дерево. Под врикшей, под деревом – корова. Что за корова такая? Сурабхи – корова. Она откуда взялась? Она пришла из Сваргалоки. Кто ее туда привел? Индра. Есть история, связанная с этим. Есть история. Есть такая история о Годрум-двипе. Агья-дила-море. То есть получили Харинам. Прабхупад говорил. Это Харинам. Прабхупад говорил, что Харинам это Сакша-даршан Бхагавана, непосредственно сам Бхагаван. То есть на Бенгале то же самое. То есть повторение Харинама — это непосредственное соприкосновение с Бхагаваном, вот так можно сказать. Это не различно, не отлично. В Гаудия журнале написано вот таким образом, такая слова. Тот, кто повторяет Харинам, тот непосредственно соприкасается с Бхагаваном. Мы с вами приняли прибежище Гурудева. Что это значит? Мы с вами вошли в Годруму. И что дает Санкиртана? Что она позволит обрести? Прему. Кто говорит? Бхактивинода Такур говорит. Нам Санкиртана Хой. Сарванартханаш. Все анартхи уничтожаются. Сколько есть видов анартх? Какие они? Какие виды анартх бывают, спрашивают. Говори название. Говорите название. Сколько видов анартх? Что он говорит? Пять. Какие это виды? Я каждый раз говорю это на лекциях. Каждый год. Винай, скажи, анартхи. Вот. Что еще? Сварупа Брахм. Хридая Довля Апаратха. Кто-то говорит три, кто-то говорит пять. А кто-то не говорит, он спит просто с лицом опущенным вниз. В общем, это не очень все. Хорошо. Мы должны каждую эту вещь очень хорошо понять, маленькую даже. То есть все анартхи уходят. Какие это анартхи? Сварупа Брахм. То есть неправильное понимание касательно... Ну, то есть неправильное понимание «я гуру», «я кто-то там еще». Все должны мне служить,
Что-то такое. Прабхупад что говорил? Если кто-то говорит, что гуру, если он гуру, то что? Что он говорит, Прабхупад? Что он говорит? Говори. Первое, слог «гу», «у» удалить, если, и поставить «о», будет «гору», на бенгале «гору», а на хинди «гау». Ну, в общем, гору, корова. Не гуру, а гору, корова. Вот такое. Вот так мы должны в этом думать. Гуру то болега, хамко сева мат кару. Лекин хамко карна полега. Не понял. Гуру батаега. Гуру говорит, например, что у меня нет гун, что это такое. Поэтому, то есть все мы должны снова подумать, для чего мы пришли сюда в храм. Гуру, Вайшнав, Бхагаван, для служения им мы пришли. Каким образом это? С любовью. То есть, прибежище у кого? Гуру. Вайшнава. Вайшнава. Прибежище. Что означает принять прибежище у гуру? Означает на Годруме получить адхикар. Что это означает получить адхикар? Совершать харинам. То есть, где это об этом говорится? То есть, когда? Бхактинот Кур объясняет, кинту кобе прабу, когда же? Когда же йогьята, когда же ты мне... Йогьята, это означает что? Вот йогьята, это вот эта квалификация, когда чита стхира хобе, когда будет соколо сохибо, эканте боджи бохари, то есть когда чита стхира хобе, когда чита станет непоколебимое, нерушимое, то есть я буду в единонаправленном сознании совершать поклонение, да, то есть поклоняться Хари. То есть где мы должны зафиксировать наш ум в Бхагаване? Каким образом? С помощью саду, гуру, вайшнавов. Гуру Вайшнав. То есть мы можем утвердить свой ум на Бхагаване. Что говорит сам Господь Бхагаван? Господь говорит. Поклонение моим преданным выше, чем поклонение мне. Выше, чем мне самому даже. Если Пратап, что там? Ну, в общем, он что-то такой беспокойный, да, в общем, но то, что говорят преданные, он делает. Таким образом, по чуть-чуть, он получит милость преданных, будет получать милость преданных, получит большую милость в итоге. И однажды он станет саньяси и будет проповедовать Пратап. Да?
Да, может быть. Может быть такое. То есть пока. Вот в отношении этого. То говорить на двух языках очень сложно. Очень непросто. Так или иначе. Подумайте еще раз. Мы пришли сюда для практики бхакти. И первая ступень бхакти — шрадха. Шрадха — это вишвас, вера. Вера в кого? Это означает совершать предслужение с любовью. И это нас освободит. То есть вишвас — это совершать служение с любовью, из любви, вот так. То есть и вот это позволит нам освободиться от привязанности к этому миру, и мы сможем обрести стопы Бхагавана. Вот так вот вишвас понимается. И таким образом... Вот так вот говорится. Поэтому мы должны думать, для чего мы приходим. Не для радости, не для шуток сюда. Для того, чтобы обрести милость Радхарани. Кто является воплощением Радхарани? Гуру Вайшнавы. И под их руководством совершать севу. Мы должны... То есть мы должны совершать служение под их руководством. Таким образом, если мы будем это все принимать, то мы сможем бхакти продвигаться или прогрессировать. И мы достигнем цели. Что наша цель, лакша? Что цель? Наша цель не означает стать великим саньяси, чтобы все мне поклонялись люди. Это не наша цель. Мы не должны хотеть такой цели. То есть бхакти, вещи бхакти, они очень скрыты, они не видны. Что-то такое. Все будут мне поклоняться, я стану великим. Такое мышление — это путь в ад. Мы придем в ад, если будем думать так, размышлять. Я как бы не запугиваю, что-то такое. Ниджа Шрештха Джани, Учиштади Дане, Кобе Бхимано Бхар, Тайши Шетава, Кесава, Ричар, Баджан, Бхактивинода Такура, кажется. То есть мы не хотим ни от кого поклонения принимать. Что говорится? Что говорится там? Аханкар, эго. Амито Вайшнав, я Вайшнав. Думая таким образом, Эбудхи Хойле, Аманина Хобами, я не стану смиренным, я стану великим Вайшнавом, Пратишта приходит. Желание пратиштхи, хридаятушебе, оно проникнув в сердце, оно мой тогда, я приду в ад. То есть я вас не пугаю, я вам показываю праманы, доказательства из Писания Баджан. Пратиштхашаси. Вот такое вот все понимание, я стану великим. Я хочу стать великим. Мандир,
То есть храм не для этого. Что является украшением вайшнава-дхармы? Смирение. Смирение. Говорите. Украшение вайшнава-дхармы что? Я буду стан-саньяси, у меня будет большая... будет симхасана, буду всех оскорблять. Все увидят мою славу. Что-то такое. То есть это является украшением? Нет. Никогда. Тринада писуничина. Я самый низкий, самый незначительный среди всех. То есть мы желаем вот такого настроения. Такого настроения мы желаем, чтобы оно проявилось. Каким образом? То есть, будучи в Анугате, под руководством гуру вайшнавов, совершая, повторяя харинам, естественным образом в нашем сердце проявится истинное настроение вайшнава. Понимаете? Большой построить храм, больших божества. Вот это все никогда не приведет на Галоку Вриндаван. Что приведет на Галоку? Наше смирение. То есть в смирении совершать севу гуру вайшнавам, совершаем вайшнав, служение вайшнавам, мы получим их милость. Получив их милость, Бхагаван, в общем, мы попридем к Бхагавану. Если же гуру вайшнавов оскорблять, обижать, то никогда этого не будет. Если мы будем, например, своего гуру высоко возносить на пьедестал, а остальных вайшнавов отделять, делать различия, считать незначительными как-то, да, то есть превозносить гуру своего, остальных считать незначительными. Что же будет в этом случае? Что будет? Будет ли доволен Бхагаван? Таким образом, что является украшением вайшнава-дхармы? Аланкар, смирение, терпение. Что я говорил? Говори, повтори. То, что я вот только говорил, где наш ум, там и мы. Вот ум у него где-то там находится. То есть он сидит на катхе, в мандире, но не слышит. Что я сказал? Что является украшением вайшнава? Что такое украшение абушан? Аланкар. Ну это на Бенгале. Аланкар. На Бенгале. Что это? На Бенгале это. Ну это украшение. Тилок там, какой-то синдур, какие-то серьги. Ну, то есть украшения. Какие-то браслеты. Все вот эти вещи. Это
украшение. Поэтому для совершения, ну, для практики Вайшнава Дхармы мы сюда прибыли. Пришли. Мы получили, ну, в общем, мы приняли инициацию в эту Вайшнава Дхарму. Но нужно очень хорошо подумать об этом, что такое Вайшнава Дхарма. И, подумав правильно, действовать правильно далее в миру, ну, внешнем мире. Внешне действовать. Если же внешне не будем действовать правильно, то пребывание в храме, ну, бесполезно. То есть это госпиталь, это больница. В больнице много приходит, много пациентов прибывает. Кто-то, излечившись, возвращается назад домой. Домой. А некоторые умирают в госпитале. Верно? То есть, что значит излечиться, правильно, как бы, да, лечиться, пребывать в госпитале? Под руководством гуру вайшнавов действовать, отдать им свое сердце, да, и делать служение. Вот это лечение, так скажем. Если мы так будем делать, то мы вернемся в наш истинный дом. Галоку Вриндавану. То есть таким образом надо думать, что это госпиталь, больница. Мы должны так считать. Кто-то умирает, а кто-то выживает. Умирает, что значит? Вернее, выживает, что значит, как бы правильно излечившись, пройдя лечение, то возвращаются домой. А те, кто не сделали этого, они как бы умирают, но означает, что они снова сюда приходят. Почему мы получили это тело человеческое? То есть все те привязанности в мире, к миру, которые есть, для того, чтобы отбросить их, избавиться от них, для этой цели мы пришли в храм. Ну, может быть, не мандир, может быть, это будет храм, дом. То есть, так или иначе, это там, где наши гуру. Понял. Не совсем понял. Понимаете, о чем речь? Поэтому нужно очень хорошо подумать об этих вещах, поразмышлять. Ну, так или иначе, завтра будем на хинди читать.